россияне, опять обращаюсь к вам на русском языке. В предыдущем видео, в котором я записывал и предлагал вам сдаться в плен, этим воспользовалось 7 человек. Это неплохой результат. Я могу вам сказать точно, что в Херсонском направлении сейчас будет все вам очень печально и очень жарко. Я знаю, что в одном из сел находятся крымчане. Крымчане, Привет! Я знаю, что вы точно не хотите воевать. Лучше всего найти две тряпки, одну желтого цвета, одну синего цвета, прикрепить на палку и пойти в сторону наших войск и сдаться. Тогда вам гарантирована жизнь. Сдача с техникой поведет за собой определенные бонусы. За технику наше правительство готово платить деньги. И это реально. Граждане ДНР, ЛНР, вам не надоело то, что россияне вас используют, используют как мясо? Они вас посылают вперед, оставляя сзади заградотряды в виде кадыровцев и так далее. Это на самом деле очень грустно. Если вы хотите жить, сдавайтесь в плен. Лучше всего сдаться в плен. Это гарантия, что вы останетесь живы. У нас уже сейчас подтянулось очень много... Серьезной техники от наших западных партнеров, вы же там чувствуете? Да вы да все нормально? Вот. Поэтому сдавайтесь, сдавайтесь, пока не поздно. Те, кто сейчас живут в пионерских лагерях, Лазурного, Скадовска и так далее, ребятушки, будем вас ляпать. Знаете, если вот как жаб ударить плоской доской и будут лететь кишки по разным сторонам. Вот так само от вас будут лететь кишки в разные стороны. Я вам абсолютно гарантирую. Мы знаем, где вы, мы знаем ваше количество и так далее. Сдавайтесь или убегайте в Крым. Крымчане правильно сделали, что по Крымскому мосту начинали уходить. Для Путина вы ничто. Вы просто ваньки, а Ваньки это какой-то собирательный образ, который ничего не стоит для Путина. Для нас, для украинцев, цена каждая жизнь нашего воина. Поэтому у нас не остается другого выбора, как вас бить беспощадно. Беспощадно. Мы идем вперед. Мы уже на передовых позициях. Мы ждем приказов идти дальше. У нас есть чем. Мы вас будем бить как импортным вооружением, так даже и вот таким. Вооружением этот пистолет 43-го года. Мы с удовольствием будем при помощи этого пистолета и прочей техники отправлять вас на тот свет. Сдавайтесь в плен как можно быстрее. Вам не нужна эта война, а мы ее закончим все равно.